Дорогу велосипедистам. Пусть у меня нет машины, я с вами, ребята, хочу ездить. Наверное, под таким девизом катается на своем велосипеде герой ролика. Все делает по правилам, только правилам для автомобилей, а не для двухколесных. Срочно нужен свой авто. Могилев, проспект Мира, загадка. Угадайте, кто из участников движения проедет на красный свет? Водитель Audi, что справа, или Рено, что слева? Не угадали, троллейбус. Своим проездом на запрещающий сигнал светофора не только нарушил правила, но и запутал других. Чтобы не подшучивали в автобусном парке над коллегами по рогатому транспорту, вот вам и про автобусы. Автобус большой, место должен занимать много, на две полосы, считает водитель маршрута номер 11 и катит по мосту. А как вам действия водителя вот этого Opel Astra на красный свет, на встречку? О чем думает? И вновь красный свет. На сей раз напротив гостиницы «Турист» минчанин на своем форде нарушает правила. Да что, все сговорились, что ли, на красный кататься? А эту собачку вы должны запомнить надолго. Многие пешеходы так не умеют дорогу переходить, как она. И направо посмотрела, и налево, и дорогу перешла, четко отведя на месте, на зебре. Учитесь, люди! Свои дорожные истории присылайте в рубрику «Автомат» по адресу рубрика автомат@tut.by.